Ну, хорошая новость. У нас сегодня вечерним дилижансом курьер привез из славного города Казань вот такие вот 4 монетки. Вообще новые, самые-самые свежие из серии города Трудовой Доблести. Посвящены эти монетки городу Перми, Самаре, Саратову и Томску. Каждая из них выпущена миллионным тиражом. Вот о том, что они вышли, еще стало известно 2 мая. Ну вот до конца месяца успели докатиться до Татарстана соответствующего. Вот. Вообще, города трудовой доблести вот такой статус имеют, 63 города. Но число монет в серии вырастет только до 16. Ее дополнит 10-рублевики с видами памятников, установленных в 4 различных разных городах. В Перми это монумент героям фронта и тыла. В Самаре это мемориальный комплекс «Монумент славы». В Саратове монумент героям фронта и тыла. И в Томске памятник женщине и подростку, ковавшим победу в тылу. Все монеты изготовлены из стали с латунным гальванопокрытием. Тираж каждый из них 1 000 000 штук. Ну вот, могут случайно и встречаться и в обороте. Ранее в серии «Города трудовой доблести» были выпущены монеты, посвященные 12 городам. Боровичи, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Магнитогорск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск и Омск. Вот сейчас Омск, Томск, получается, рядом. Был такой вот у нас законом введенный почетное название «Город трудовой доблести». Был такой закон принят в 2020 году. И вот, согласно документу, звание присваивается тем городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Обеспечивали бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города. Ну и проявляли при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. В 2020 году звание было присвоено первым 20 городам. В 2022 году звание получили еще 9 городов, в том числе Горловка и Луганск. В 2023 году число городов, имеющих почетный статус, увеличилось до 63. Вот такие вот прелести монетки имеются, чему я несказанно рад. Надо бы вот еще приобрести под них альбом. Ну, это как бы дело наживное. Потом, ну, пока радуемся тому, что есть. На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. До свидания.